ever mess with my sir. Don't you cross. Don't you ever cross on pattern. You should know. Артур! Чё? Ну, в дичайшем западе. Нормально. Порки, Джек Шепард. Снова. Порки, поехали купаться. Ты знаешь, чья лошадь подо мной? Не знаю и знать не хочу, потому что она чертова предательница. Прошлогодняя вода. Смотри, у нас есть две лошади теперь. Да. И вообще три. У меня еще хозяин. У тебя есть лошадь с хозяином? Поехали купаться в Мексиканском заливе. Давай. Кто первый, тот победитель. Кто последний, тот ест портянки. Давай! Я видел скунса. Скунса? Да. Поехали за скунсом. Вот он, на горе. О, скунс. Но мне целится только на тебя. Оно целится. Кто бьет скунс? Да не стреляй ты в него. Ну. У тебя есть нож? Иди сюда. Итак, дамы и господа, это охота на скунсов. Очень редкое зрелище в живой природе. И вы не сможете такого наблюдать. Ты знаешь, что я ненавижу в Мексике? Долбанных скунсов. Он мертв. Но есть еще и заяц. Где? Вот он. Их два. Я видел какое-то движение. Он собирается на меня напасть. Из дробовика в упор. Он, кстати, выжил. Лошадь, блин, стой, куда-то побежала. Это не моя лошадь. Она не такая норовистая. Варфоломей, он просто, как правило, пинает меня копытом в лицо. Мы с ним такая дружная команда. Он меня, я его, да? Угу. Иногда напьюсь бывает. И как начну его колотить. Он меня вырубит, я потом просыпаюсь. Люблю свою лошадь. Это не лошадь, я уже говорил 500 раз тебе. Он не лошадь. Мне что-то нехорошо, кстати. По-моему, это... Ой, сейчас гроза будет. Это ты виноват. Грозу любишь купаться? По-моему, я прибавлю яркость немножко. Окей. Смотри, там койоты. А, это волки. Да, смотрю, отлично. Мою лошадь съел койот. Что ты сделал? Я еще по тебе пробежал. Ну ладно, я даю ему свою лошадь тогда. А, блин, меня не... Ты попал под раздачу, прости. Давай, Джек Шепард, побежали, пока сюда не пришли долбанные легавые. Я не вижу волков. Что ты делаешь? Ну, за твою голову уже назначена награда. Да я просто... Нет. То есть ты понял, да, на чьей стороне сил? Смотри, койоты упоролись и идут в стену. Знаешь, что мы скоро сделаем? На взрывающихся койотах. Хочу. Лизи. И пойду такой на экран. Крутые мужики не оборачиваются на взрыв. Cool guys don't look at us. Убери топор. Я слышал твой крик. Такой. Так. Ты вел нас купаться. Сейчас. Изабелочка, миленькая моя. Не иди, пожалуйста, в эту стену. Варфоломей. Изабелла, не стоит. Зачем ты идешь в стену? Он глухой у меня просто. Варфоломей, я вызываю тебя, да? Он пришел. Что ты на него ругаешься? Все, поляни такой с ножиком, маньячина. О, смотри. Барашек. Что это было, Джек Шепард? Это была упоротость. Выше от вас. О, мастер Хантер ранг 2. 250 очков опыта. Окей. Каково? Каково? Ты такой, знаешь, этот такой одинокий рейнджер. И чисто тень твоя вина. Вот кто я? Со скалы. На кого, а на рейнджера я точно не похож. Ну, жирный такой, мучачос рейнджер. Я не жирный. Моя кость широкая. Хотя мы все знаем, что это не так. А давай, кто быстрее залезет вот на этот каньон? Давай. Я просто посмотрю, как он сейчас будет кочевряжиться. Че ты не залезаешь-то? Погоди, вертикальный залаз. Ага, окей. Это лошадь не Скоримовская, я тебе скажу.
Да, лошадь Каримовская. У меня даже скриншот есть, я стою на ответственности. Просто под наклоном, ну, гравитация, ну, нафиг вообще. А ты когда-нибудь джеронимировал с лошадью? Джеронимировал! Я сейчас с осликом джеронимирую. Давай. Нажми квадрат. Он же не прыгает. С разбегу нажмешь квадрат до прыжка, и он прыгнет. Вот так. О, он не прыгнет. Твой не прыгнет, Изабелла прыгает. Конечно, мы же не дурак. Я падаю. Можно, кстати, поохотиться. Ты же любишь охотиться? Я люблю купаться. Поехали купаться. О, смотри, там какой-то этот... Олень! Двор. Два оленя и скунс. Моей лошади нужно отдохнуть. Пойдем на этот постоялый двор. У тебя нет лошади, которой нужно было бы отдохнуть. А, ну что ты делаешь? Ну, лошадь. Я не могу зайти. Что с ним? Капец вообще. Джек Шепард. Что? Гринго, Гринго, ты в порядке? Ты сковородку уронил или что это? Ау. Так каждый день. То есть вот так вот. То есть такая мистика. Где местные? Погоди, время, сколько время? Время врет, по-моему, да? Смотри-ка, нет, часы работают. Прикинь. Смотри, человек выходит, да? Как бы на порог. А здесь вархоми нет. Здесь лежит мертвое все. Ну, это ладно. Где люди? Это какой-то поставил двор-призрак. Понимаешь? Смотри, какое клевое кресло-диван. Оно мое. У него ножки поломаны, как у твоего вархоломея. Не напоминай мне про него. Эти флешбеки, да. О, смотри, хозяева. Ненавижу хозяев. Тряпки какие-то висят. Я тут кого-то убил. Он просто умер. Понимаешь? Человек просто... Джек Шепард слабо. Вот по этой штуке допрыгать до той крыши. Ой. 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 Что? Куда допрыгнуть? Вон туда. Я смогу здесь допрыгнуть наверх? Нет. Подсади меня. Оп. Да подсади же, ну. Оп. Hello there. Кто-то говорит. Огонь! Я даже не хочу знать, что... Огонь! Из дверного проема выбегает такой полыхающий Джек Шепард. Обычный день. В Сайгоне. Зачем ты... Теперь мы тут закон. Вы будете платить нам... Женщина кричит. Где? Еще бы она не кричала. Нам нужно еще две женщины. По 15 долларов каждый год. Смотри, здесь куча мужиков появилась. Они защищают этих женщин. Ну давай тогда убежим от мужиков и перебьем всех женщин. Знаешь, ну как настоящий мужчина. Да. Настоящий мужчина. Я задавлю ее своим весом. Если вы настоящий мужчина, значит. Зачем ты за ней гонишься? Что ты делаешь? Зачем я смотрю на это? Зачем я бегу за вами? Я не могу убивать женщин. No. Джек Шепард может. Здрасте! Никто ничего не видел. А? Еще одна женщина. Джек Шепард, по-моему, нам тут не рады. Че я вижу? Валим, валим, валим. Здесь люди живут с топорами. А, блин, не... Не уезжай. Повозка. Постой. Паровоз. И почему я на тебя навожусь? Ты принял мое приглашение в пати? Не знаю. Потому что оно было. Оно было? Да. Принял, не знаю, пожалуйста. Было оно или не было, но... Нажми по крайней мере, у меня есть повозка, но у тебя ее нет. Я одинак в этом городе топоров. Это не город. Лошади нет. Лошади нет, ну ладно, я вернусь за тобой. И мой комрадос меня бросил. А ты понимаешь, да, что со мной ездить опасно? Да, поэтому я люблю опасность. Отвергаю законы гравитации. Ну не ломай, ну не ломай. Кого? А, у меня нет больше лошади, к сожалению, поэтому я должен присоединиться к тебе. Блин, опять ночные серии. Отписываюсь и дизлайки. Вы не взяли тот револьверик? Отписываюсь. Я, да, точно.
Ладно я, но ты-то. Да блин, ну тебя. А если вкалывать в тебя ножи, ты ускоришься? Знаешь, по-моему, мне просто хуже становится. Да хватит, ну. Ты довольно живуч для толстого мучачеса. Я не толстый. По-моему, лошади устали. Наши лошади устали. С дураками. Сразу. Почему так быстро скачешь? Быстро скакать. Стреляешь над ухом. Да блин, харе. Не ломай наш транспорт. Я пугаю тебя. Это моя Феррари. А мы едем купаться. Мы едем в камень. Мы едем купаться в горы. Мы едем в камень. О, я что-то придумал. Сейчас только лошади отдохнут. Нет. Или сдохнут. Нет. Блин, это оказывается не этот. Ты понял. О, шотган тревелер. Ранг 1. Хорошо. Куда ты заехал? Ты хочешь здесь убить лошадей, и их тут никто не найдет? Я не хочу убивать лошадей. Зачем мне убивать лошадей? Я мирный. Ты уверен? Ну, я же всегда мирный. Давайте будем мирными. Это что-то зеленое, я это возьму. Окей. Это Дедай. Ну харе, не ломай мою Феррари. Смотри. Капец. Чуть не попал. Я был так близок. О, Чупароса. Нет патронов, я должен их забрать. Че, ты там опять что ли не этот, без лошади? I'm a lonely boy. Не дырай. Мучачос. Только не сбей, только не сбей, только не сбей. Я на ходу присоединюсь. Нет. Вообще нет. По-моему, вообще нет. Сейчас тебя твоя лошадь еще шибет. По-моему, тебе нужно как-то предугадывать мои действия, где я буду в следующий момент. Да, садись ты уже, блин. Я вот поворачиваешься к людям лицом, а они потом сами по себе взрываются. Меня больше нет. Джек Шепард, ты такой Джек Шепард. Где ты? Я около Лас Херманоса. А я где? Ты тоже где-то рядом. А где мы? Не знаю, я хочу... Смысловую нагрузку, да. Как всегда. Ох, такая тишина. Тишина, говоришь? Монашки... Where are you? Я в монастыре. Ты нашел монастырь? Да. И не позвал меня? Ага. Моя взрывчатка готова. Ну и готова взрывчаточка. Вот не надо тут все взрывать. О, у меня прикинь... вопросика здесь есть. Да, это, прикинь, наверное, я вот вижу точильный камень, и у меня уже рефлекс. Подарочек отправил. Подарочек пришел. Не дошел. Господи, Джек Шепард, а там никого нет. Хоть бы взрывайся. Не был никогда. Что за знак вопроса? Что это? Природа. Я не хочу никакой хелп. А, это хелп? А я-то думал. Оп, оп. А это что такое? Free for all матч. Да, давай сыграем. Да ну, я не люблю этот матч. А, это, по-моему, один на один, да, когда мы играли? Это когда много людей. Ну нет, так сейчас-то вряд ли кто-то играет. Да нафиг. Так же упорот, как и мы. Святой Отец, могу ли я исповедаться? Нет. Святой Отец, почему вы жирный? Я не жирный. Святой Отец, не скрывайте правду. Нельзя, нельзя, Джуджи. Все, можно. Это уже не церковь. Все. Не, ну капец, мы дебилы, да? Мы дебилы? Ну, ты по большей части. Это, говорит, самый жирный из нас, да? Бежим от психа. От себя не убежишь, ты знаешь. Садись, Джек Шепард, побежали купаться. Давай. Ты знаешь, что ночью купаться только глушом? А я на это смотреть не хочу. Почему мы не едем? А, все, лошади поняли намек.
Не стоит с нами шутить. А, you don't mess with Johan. Мой сладкий Боб. Кто стрелял? А? Я понял, кто. Почему ты? Почему ты прикрываешь голову от топора? Оно отлетает так. Легче ли увернуться? Оно просто летит назад и падает. А ты можешь даже забраться в кузов? Нет. Хорошо. Я вообще ничего не могу. Пока ты водитель. У меня лошади уже просто... Виваля Мехико! Вообще, говорит, не могу ехать, начальники. Очень, очень, говорит, устал. Я очень, говорит... Очень, ама. Начальники. Ты загнал лошадей. Мучачо сель. Вожжи взял. Махнул. Вода. Вода. Пора купаться. Пока Джек Шеффорд. Блин, ты выжил, что ли? Я выжил, я, кстати, мокрый весь. Ты посмотри, телега затонула, и лошади вместе с ней. Джек Шеффорд — это не вода, это кислота. Погоди, а если мы съедим... В кислоте нельзя купаться. Ну, попробуй. Кислот набито на ножах. Кислот? Погоди, точно в кислоте нельзя купаться? Ну-ка, Джеронимо! И ушел. Нож такой крутится у меня пафосно в воде. Блин, ты был прав. Кислота она такая. Я бы никогда об этом не подумал, но... А почему здесь кислота вместо воды? Ну, потому что эта речка течет из Fallout 3. А как же рыбки? Здесь нет рыбок. Почему? Ты видишь рыбок? Здесь есть волки. Нет рыбок. Это волки-мутанты из Far Cry. Задачка. Blood Dragon. Они стреляют лазерами из глаз. Блять, что я несу? Ой. Это ты скачешь? Я уже давно понял, что ты с травой что-то делаешь. Я ее собрал. Ты скачешь уже, нет там? Дед. Господи. Иди на звуки взрывов. Такие. Ой, блин, это очень смешно. Иди, говорит, на звуки взрывов, и такие... Дыш, дыш. Это, знаешь, напоминает, вот подводная лодка такая на дно ложится, а ее эти... ты живой там? Я двигаюсь. И, короче, сверху глубинные бомбы кидают. Там... такие. Да, ты пешком бежишь, поэтому так... Ничего, я шел сюда. Ну, потому что сейчас ты пойдешь со мной, я же проводник. Давай. Это, по-моему, мост в Америку уже. Та-дан. А спорим, ты не доплывешь до того камушка в воде? А помнишь, Джек Шеппорт, мы с тобой угоняли какой-то дилижанс? Ты помнишь эту миссию? Да. Давай мы в нее поиграем. Какая она? Кооперативные миссии, просто выбирай. А, это я выбираю, да? Да. Это где мы еще стреляли там по всем, да? А потом сели в дилижанс, который как бы вернули. Сели в дилижанс, который как бы вернули, и у нас миссия сбросилась. Подожди, я сейчас убираю, если кооперативные миссии, то тогда... Кооператив миссионс. То мне говорят покинуть эту игру. Да, есть... и ты меня пригласить, наверное, как-то сможешь, нет? Ну, ладно. Шо. Сейчас узнаю. Я тоже, наверное, выберу кооператив миссионс, может, мы даже вместе появимся сразу. Не факт. Ну, не знаю, попробуем. В этой игре самые быстрые загрузки в мире. Да, главное, чтобы ты ничего не сломал. Я могу. Сейчас такой звук. Ага. Так. Что-то было только что. Волтон. Волтон's Gold. Подожди, это ты? Это ты? Нет, это какой-то зомби. Зомби? Ты. Погоди, так. А если ты меня пригласишь... Я должен это сделать, да. Я сделал инвайт, например. Ну, давай посмотрим, пригласи меня. Подожди, мне чей-то инвайт пришел. Какого черта? Это какой-то черт прислал. Так. Золото Уолтона. У меня задание. Мы его не делали. Абсолютно точно. Я не могу послать. Игра полна. А ты можешь? У тебя игра не полна? Нет, я тебя позвал. Я один. А, ты меня позвал. Что ж, я не слышу. Вообще, да. Я тебя не слышу. И не слушаю. Угу. Да и зачем вообще? Все, синхронизируемся. Ой, просто такими упоротами, как сейчас, мы не были очень давно, по-моему. Ну, нет, были.
очень недавно. О, Black Ufa и Элкатрон 50 какой-то пришел. Элкатрон это отстой. Давай бить друг другу морду, чтобы он знал, что мы с тобой друзья. Да вообще в легкую. Так, как это делать? Только... Блин, мы тут не можем бить. Как Джек Шепард. Так, я выберу. О, я могу что-то говорить тебе. Ну-ка, подожди, что-нибудь матерное сейчас скажу. Я тебя просто освистаю. А как ты говоришь? На кружочек. Оди, идиота! Пендехо, пута! Порке Джек Шепард, пута! Ты выбрал себе, кем ты будешь вообще? Я буду ганслингером. Как Кова Хуареса. Ты играл, кстати, ганслингер? Nope. Я тоже. Бывает же. I'm ready. Because we are badass. Ой, с нами какой-то Гринхорн. Это называется... У него 50 уровень, а нет, первый. Окей, okay. Ну ладно. 50. А у тебя 21. Yeah. А знаешь, почему у тебя 21? Потому что я задрот. Нет. Нет? Потому что я эту игру знаю вдоль и поперек, а ты нет. Поэтому у меня уровень меньше. Ого. Погоди, что происходит? 300,000 men set out west when they heard the promises of canyons filled with gold. Народу, короче, наобещали золотые горы, они пришли сюда вкалывать. You want gold? You gotta get it with a pickaxe and dynamite, and sometimes with gunpowder and lead. Короче, они золото добывают. Если, говорит, хочешь золото, то, говорит, нужно добывать его с помощью кирки и такой-то матери. А можно, говорит, с помощью пороха. Кельпасо! Мучачи! О, да что! Я так рванул в атаку и сразу упал. Так не бывает. It wasn't me. It wasn't my fault. А музыка-то клёвая играет, да? Ага. Как прижиматься, я забыл. Правым. R1. Не, получи. Погнали в атаку вдвоем, чтобы они не поняли, атаку! Что происходит. В атаку! Вася, ваймага! Я спрячусь за тканью. Надежнейший укрытие. Я надеюсь, она прикроет твой жирный зад. Зачем тебе помощь? I'm coming! Меня подстрелили. Я подскользнулся по дороге. Тебя подстрелили тоже. А чувак бегает и думает, неужели здесь все такие идиоты? Ведь он только начал играть. Так, все, собрались. Мы, конечно, играли. Не будем поджигать напарников, да, Артур, в самом начале? Ты это мне говоришь? Да. Короче, это делалось немножко по-другому. Так, what to play in a game. Да, нам не важно, что там Аликатрин думает. Yes. Короче, этот... Джек Шепард. Tactical, everybody, dance now. Yeah, yeah. Окей. Так, я уже понял, что здесь нужен long range. Скажем, long marksman. Yep. Все, I'm ready. Но я бы не сказал. Че бы ты не сказал? Я бы не сказал. А, ну ты и так не сказал. Снайпером. Снайпером. Нет. Я бы выбрал снайпер, по идее, но я не вижу его. Так вот, марксмен. Человек, который много Маркса читал, видимо. Да. Я могу бить тебе морду. Погоди. К нам кто-то пришел. Я могу бить ему морду. Болей за меня. Я вас обоих ругаю. Я такой... Какая-то резкая вспышка, и ничего не помню потом. Идиоты! Да ты вообще знаешь, что? Такая склочная банда. Все всех ненавидят. Это ты, говорит, виноват, что мы оказались в таком положении. Нет, да ты виноват. Если бы ты тогда не выбежал на улицу города да голым... Да ты вообще заткнись. И не кидал в окружающих дерьмом, то ничего бы этого не было. Ты вообще заткнись, ты не из нашей команды. Ай, всё, блин, теперь я могу бред. Продолжать орать на тебя. Он бьет меня, друже. Я хочу сказать, успокойтесь. Кто-нибудь рейди нажмет? Он не нажал. У нас есть четвертый Сасуки. Бывает. Почему меня все бьют, друг? Потому что я не знаю, как драться. Вы все дерьмо.
Истребитель вам в ангар. Итак, я думаю, мы не пройдем эту миссию вообще. Потенциал нам куда? Так, мы поняли, да, тут золото. Нужно его взять с собой, окей. Так, пусть они бегут, пусть их убьют. У меня есть сниперка. У меня не снуперка, но... А, нет, у меня снуперка. Я кого-то убил. Капец, они народу-то порубали. Где? Где там бегает кто-то? Пулемет. Чувак за пулеметом. Ой, умер. Давай на горочку справа. По тактику, окей. Давай. Тактикулина. Я соскальзываешь. Я нет, я же тяжелый. Кто за пулеметом опять? Вот так вот, нечего с нами в команде быть. Мы не поможем, если что. Ну, я бы помог. Но мне лень. Ты видишь кого-нибудь? Ноуп. Если что, дай мне наводку. Ладно, наверху. Я наводку говорю, на выпивку в смысле. Ага, наверху. Наверху чего? Наверху водка. Окей. Выполнишь задание, получишь. Побежали. Пулемет бы взять с собой. Ууу, боже мой. Джек Шепард, ты знаешь, что ты Джек Шепард? Да. Ты просто ведешь себя как Джек Шепард. Я осознал это. Ух ты, сколько народа. Ты знаешь, что мы с тобой... У нас 5 минут на то, чтобы все тут про все, потому что скоро все упадет. Давай останемся тут. Динамит. Джек Шепард, зачем? Это имело смысл. Ты, сейчас ты не веришь мне, но это имело смысл. Ва, Джек Шепард! Такой за ухо взялся. Где, говорит, ухо мое? Я ничего не слышу. Это потому, что я потерял слух? Нет, это потому, что тебе оторвало ухо. Знакомая история. Ага. Случилась со мной вчера. Ой. А что за мешки с золотом? Тут их типа брать надо или что? Но вообще-то мы сюда за ними пришли. Так, если чё. О, я схватил 4 мешка и убегаю отсюда. О, сваливаю из чёртовой рашки. Поросёнок Пётр. Ну ты поросёнок Пётр, как ты мог? Я с мешками. С мужиками? С мешками. С мужиками, с мужиками. Куда ты там? Сделают. Я принёс мешки. Неси мешки, слышишь? Ты. Эй. Я нашел сумку. Давай. Окей. Мы богаты. Еще одну захвати, и как раз мы с четырьмя побежим. Блин, прикольно, да? Конечно. Наши напарники полный отстой, ничего не помогает им. Я даже хотел взорвать динамит здесь сейчас. Не надо взрывать, тут полно динамита. Где еще сумки? Я наверняка пропустил пару десятков. Ой-ой-ой, тут бесится. Что-то взорвалось. Кто-то еще, по-моему, собирает. А, я больше не могу взять, понятно. Да, ты только 4 мешочка. Ладно, что? Еще 4 осталось. Я думаю, рабы сделают за нас нашу работу. Джек Шепард, какой ты злой все-таки. Злой и корыстный человек. Silence, I kill you. Тупик. Мы умрем, мы не выберемся. Я потерялся. А, тут карта же есть. Это ты динамит кинул? Нет. Окей. А что там на улице происходит? Не знаю, по мне стреляют. Хорошо, я сваливаю. На улице вроде спокойно. Ну, относительно. Зачем ты на улице? Ну как? А, потому что ты на улице. Я не на улице. Конечно. Ну да, совсем не на улице. Нам 2 мешка осталось. А куда их нести?
В Анаутере. Здесь есть телега специальная. Господи, я пошел. Вот это неждан, да? А где она стоит? Внутри. Надо на мини-карту посмотреть, я думаю. Ой, они сейчас все золото принесут. А мое золото будет никому не нужно. О-о-о! Так, все. Короче, эти две сумки останутся. Теперь мы должны катить ее, прикинь. Катить? У нас полторы минуты. Давай. Че он не катит? Катить буду я, что ли? Нет. Все, я качу ее. А ты с мешками бегаешь. У нас 3.15 их. Открывайте мою задницу. Да кому нужно, мы поржем. Давай быстрей. Вот бы мне кнут. Давай. Давай. Господи, какой идиот. Ой-ой-ой. Не только ты упор, так оказывается. Отвечаю, есть ачивка за поднятие своих товарищей. Ага. И он ее выполняет. Короче, блин. Теперь другой ей тащит. Да, манал я этот долбанный. 50 секунд осталось. Все умрут, а я останусь. Нет. Давай. Come on, это Катрин. Come on. Вы дошли до чекпоинта и что? Знаешь, я вот подозреваю, что если бы не они, то мы бы не справились. Никогда. Я подозреваю, что без них мы бы справились. Нет. Да. Нет. Ой, все взорвалось. Взорвалось и все. И результат визита упоротой команды. Легавые. I hate cops. Утас. You want a piece of me? А? Nobody want a piece of you. Просто меня кусков на всех хватит. Ай, я упал. Я за туалетом, Джек Шепард, спаси меня. Я за туалетом. Go to hell. Джек Шепард, I'm dying here. Screw you. Electrotrin, save me. Я воткнул тебе. Господи, Джек Шепард, ты такой... Я спас тебя. Ну ладно. Спасибо. Больше не спасай меня так. Как? Капец там народу. У тебя есть динамит? Нет. Жаль. Вот сейчас ты жалеешь об этом, да? Да. Я стреляю в спины. Омбре, I'm coming to save you. Я плюю на ваши могилы и стреляю в спину. Не трогать. Омбре, омбре. Don't die. О, сосуки. Истек кровью. Оля, оля. Зачем ты ругаешься? Mission complete! Mission completion. For now. Это нужно в учебники вносить, как образцовое пособие, как грабить шахты. Да. Нам написали, что здесь... 757. Victory. Окей. Я получил 635. А ты получил? Самый отстой, я уверен. Ох, ты штуку получил. Знаешь, тут за градус упоротости добавляют. А знаешь почему? А просто потому, что вы сгружали свои мешки. Да, а ты бегал на улице. А я их забрал с собой. Вот. Я их потом скрою, там просто бриллианты лежали. Окей. Нормально. Ты знаешь, что я тебе предлагаю? Что? Я тебе предлагаю эту серию завершить. Давай. И следующую продолжить уже на следующей карте. Это было... Это было, как всегда. Это было... Это было и не было. Самое упоротое видео на Ютубе. Пока. Look, I'm as high as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn? Mama, haven't you heard? We sold out all over the world. High as the sun. Shut your mouth, boy, when will you learn? Mama, haven't you heard?